насколько реально поменять направление работы после учебы на нашей программе? Ну, мой опыт показывает то, что порядка трети студентов, учащихся на программе, меняют место работы или переходят на другую должность в той же компании в течение учебы на программе, то есть в течение 2 лет. Так что это вполне реально. Более того, в России это вполне нормально, когда человек переходит не просто на другую должность, но меняет направление, например, после работы в коммерческом банке переходит в инвестбанк или в фонд прямых инвестиций. Более того, наша программа специально задумывалась именно для того, чтобы у наших студентов, выпускников было больше возможностей для смены карьеры. Ну, ни для кого не секрет, что сейчас банковская индустрия переживает тяжелые времена, а другие направления, например, те же самые private equity, развиваются очень быстро. Наша программа дает широкую платформу из разных финансовых курсов, благодаря которым вы можете сделать такой карьерный скачок или переход. Такие курсы, как corporate finance, asset management, private equity, risk management, banking. Я считаю, что они все универсальны и нужны для карьеры в любом направлении.